Всем привет, меня зовут Маша Ивакова, и я озвучиваю крольчиху Джуди из анимационного фильма Disney «Зверополис». Здрасте. Мой персонаж — это лис, и это лис как в мире «Зверополиса», так и лис по своему характеру. Ты хочешь сказать, что ленивцы медленные? Блиц, блиц, скорость без границ. Рад тебя видеть, родной. Мой персонаж – это замечательный зверь, живущий в лесах Южной Америки, ленивец. Здравствуй, дорогой друг. Я озвучиваю роль мисс Барашкис. По сути, просто секретарша. И то меня взяли ради овечьих голосов. Первое, что мне сказали, а вот вашего начальника озвучивает Меньшов. Думаю, о, прекрасно, значит, все получится. Я мэр Зверополиса. Зверополис – это мир, в котором живут добрые и злые звери. Главным героем картины анимационного фильма выступает молодая, перспективная, амбициозная девочка-крольчиха. Это обладательница диплома с отличием, принятая на полицейскую службу первой из кроликов, Джуди Хоббс. Вместе на страже правопорядка? Она самая маленькая среди вообще всего полицейского участка. Сожрут ее заживо, бедненькую. А маленьким надо держаться друг за друга, да? То, что касается моей подруги, она мне очень близка в плане актерство. Она, конечно, артистка та еще. Приятно, когда тебя ценят. Она такая вся латненькая, в очочках, такая вся маленькая, на копытцах. Вы мне потом расскажете? Так приятно, что я вам хоть чем-то... У нас кошачьих. Сейчас выйдет кисонька. Добродушный лев из семейства кошачьих. Долго мне ждать, дурашки! Я тоже рычу и тоже извиняюсь за свои рычания. Озвучивать про животных, пожалуйста, но их самих озвучивать, это, конечно, большая честь для меня и радость. Это настоящий спектакль, который разыгрывается у микрофона. Не хочу! Я когда только увидела вообще, как говорит лис, когда ее увидела, я поняла. Вы арестованы. За что? Зайку обидел? Ну, мы действительно похожи, потому что Антон очень часто бубнит так же, как вот этот. Она мим. Этот мим не говорит. Если ты мим, ты не моя. Мне нравятся образы, мне нравится какой-то взрослый юмор, который здесь существует. Сегодня мы слона таки заметим. Франциско, с днем рождения. Анимационный фильм яркий, он очень красочный, он очень насыщенный. Мне кажется, это фильм загадка. 2 9 и Г 0 3. Прежде всего, это остросюжетный детектив с элементами боевика. Ну, наконец, плавать умеешь? Да, но к чему это сейчас? С элементами триллера даже. Законно ли я держал зверей в камерах? Ну, нет, конечно, нет. Но в политике дурные средства ради благой цели в порядке вещей. Ну, понимаете. Я думаю, что там еще целый ряд других таких воспитательных моментов есть. Главное – желание идти вперед, и тогда все сложится. Вот так дела делаются. Дорогие зрители, я Мария Аронова. Приглашаю вас в кино. Посмотреть на новый анимационный фильм Disney «Зверополис». Вы будете чувствовать себя счастливыми, вы будете смеяться, улыбаться. Потому что это уникальный, добрый, захватывающий, интересный анимационный фильм, который без сомнения понравится вам, вашим детям, вашим друзьям, внукам, бабушкам, дедушкам, моим, в общем, кому угодно. Мне самому интересно, что же из этого получится. Это просто потрясающий анимационный фильм. Вы должны его обязательно посмотреть. Ну все, до свидания.